Совместное принятие решения обсуждали на встрече в Аптекарском огороде члены партии «Единая Россия». Несмотря на экстравагантное место встречи парламентариев Мосгордумы и муниципальных депутатов, разговор был о вещах весьма приземленных. Народные избранники решили попробовать новый формат взаимодействия. У нас есть предложение вернуться к практике вот таких семинаров, совещаний по отраслевой проблематике. Вы помните, мы проводили такие на городском уровне по капремонту, еще по ряду тем. Пока мы предлагаем проводить это на уровне округов, чтобы здесь максимально приблизиться к конкретным объектам, темам, вопросам. И еще мы такие семинары, совещания по отраслевой тематике будем проводить на уровне округов с участием и экспертов, и органов исполнительной власти, и с участием, естественно, префектур и там, где нужно, окружных каких-то наших организаций. Встреча в ботаническом саду прошла не первый раз. Летом единороссы также общались среди редких растений. После заседания там можно прогуляться по оранжереям.